утро. Сегодня понедельник, 30 октября. Встречайте новую неделю вместе с вестями. В студии Мария Пронина. И начнем с новостей. Сегодня в Кузбассе завершается навигационный сезон. Теперь движение маломерных судов запрещено. Специалисты ГИМС предупреждают, выход на акваторию в такое время небезопасен. Сегодня кузбасские коммунальщики работают в Горловке. Центр оперативного контроля области сформировал 2 аварийно-восстановительных отряда из 30 человек, которые отправились в ДНР. Помогут прифронтовому городу в случае прорывов на сетях, будут восстанавливать и отлаживать поврежденную систему. Сегодня у кузбасских школьников начались каникулы. В регионе стартовала профилактическая акция. Особое внимание сотрудники госавтоинспекции уделяют правилам перевозки детей. В Кузбассе помогают трудоустроиться молодым мамам. Удобная работа – проект региональной службы занятости. Около 4000 участниц в этом году уже нашли подходящие вакансии. В настоящее время компании предлагают почти 3000 мест с гибким графиком и неполным днем. Найти вдохновение и новые силы женщинам помогает спорт в ГЦС «Кузбасс». Дамы даже в возрасте тренирует Елена Кизицкая. Кому подойдут такие занятия, узнаем прямо сейчас. Елена, доброе утро. Многие знают тебя как превосходного журналиста, но ты все-таки сейчас пошла немножко в другую стезю, стала тренером. Я думаю, я всю жизнь к этому готовилась. Прежде всего потому, что у меня не курил, не пил отец. И лыжные походы, просто пешие походы, где в рюкзаке подарок от зайчика отец всегда клал. Всегда как-то плавала, фитнес всегда был. И сейчас то, что у меня... У тебя уникальная сейчас группа уже взрослых таких девушек. У меня есть в группе люди, которым 82-83 года. Они приводят своих внучек, им 27. Нужно человеку осознавать всего две вещи. Что человек может и что человек не может. И решить это для себя. Но пока ты не начнешь, ты же не поймешь. Ты, может быть, можешь гораздо больше, чем всю жизнь ты делал. А есть девушки, которые вообще никогда не занимались спортом, и вот уже... Большинство такие. Кто туда может попасть? Давай так, для людей. Туда может попасть кто угодно в любом возрасте. Тот, кто для себя видит общее, можно сказать, романтическое движение. Понимаете, найти себя в своем теле, услышать его, познать, отблагодарить его. Мы работаем с мышцами-стабилизаторами, мы работаем с мелкими мышцами, мы работаем с позвоночником, с шейным отделом позвоночника, даже со стопами. Ну, а мышцы-то работают, то есть накачаться можно? Ну, вы знаете, в таком возрасте уже большие мышцы очень сложно накачать. Да, поэтому, это уже, наверное, и не нужно. Вот я вам тоже хочу сказать, что это, может быть, и не особо нужно. Нужен тонус. Нужна игра оставшихся гормонов, да, тогда и настроение улучшается, костный аппарат. А мужчины могут прийти к вам в группу? Да приходил один прекрасный мужчина, занимался, а его женщина сидела и посматривала. После этого она его больше не привела, потому что он стал живо общаться. Его атаковали женщины. То есть энергия бьет ключом, да, тонус, да, повышается. И он больше не пришел. Несмотря на то, что мы медленно работаем с собой, прежде всего, не ставя никаких рекордов, мы всегда открыты новому. Сейчас идет очень интересный проект «Пластик-марафон ЗОЖ Кузбасс» под эгидой Министерства спорта. Угу. И мы сейчас работаем с новой реабилитационной программой. Прийти вообще в ГЦС можно в любое время. Необходима только справка от доктора, что нет каких-то серьезных, да, прогруженных заболеваний. Льготная категория занимается бесплатно, если инвалид, если ветеран. То есть это вообще бесплатно. Приходите в ГЦС Кузбасс. Ну а к этому часу все. Далее прогноз погоды хорошей недели.